всех, кто с нами в онлайне сегодня. Эй, мэн, добро пожаловать, дорогие. Очень классно быть дома. Я, наверное, выгляжу даже немножко расслабленно, да? Наверное, так и есть. Хорошо. Но, тем не менее, сегодня слово будет очень уникальное. По, какой причине? По той причине, потому что я не касался этого слова, я не касался этой сферы никогда. И, в принципе, не слышал, чтобы кто-то касался этой сферы. Почему? Она очень уникальна, очень непонятна и практически закрыта. Тема называется ⁇ Битва за душу ⁇ Честно сказать, дорогая церковь, мы, наверное, с вами ничего не знаем насчет души. Кто-то знает, что это насчет души? Вы знаете, мы, наверное, все, что человек выучил немножко, это, изучил немножко, это свое тело. Все понимают? Да? Немножко того, немножко всего, твой характер, твои какие-то личные моменты. Но душа ⁇ это что-то настолько скрытое, уникальное и непонятное, что... Я говорю вам, что я немножко коснулся этой сферы, и я понял одно, что я ничего не знаю насчет души. Естественно, все знают все это бла-бла-бла, где-то в библейских школах там по ушам ездили, «О, душа это воля, чувство, эмоции, пфф, и что? Спасибо за глубокое изъяснение этого объекта. Что душа делает, зачем она нужна? Насколько опасно, если кто-то добрался до твоей души, что душа производит в тебе? Я начал задавать очень уникальные вопросы, и у меня было время подумать. Битва за душу. Именно об этом сегодня пойдет речь. Сегодня несколько. Поверьте, дорогие мои, я абсолютно не способен буду исчерпать эту тему. Я верю, что, может быть, Бог допустит меня когда-то вернуться сюда. И мы сегодня поговорим насчет некоторых очень уникальных функций человеческой души. Поверьте, сегодня будет очень интересно. Прямо сейчас каждый из нас в поединке с чем-то, даже не замечая того, что пытается овладеть нашей душой. Почему душой? О, сейчас мы пойдем куда-то церковь. Как только ты приоткрыл дверь для чего угодно, неважно, что это, именно это, слушай меня внимательно, будет посягать на твою душу. Ты купил котенка? Твой котенок посягает на твою душу. Твой котенок привязывает твою душу к себе. Кто-то понимает, куда мы идем? Послушай меня внимательно. Ты купил машину. Знаешь ли ты, что твоя машина способна привязать твою душу, и она может стать Богом для тебя? Мы с вами настолько иногда броско или неправильно обращаемся с душой, что потом жнем пол жизни последствия того, куда душа пошла. Ты со мной? Хорошо. Немножко так разогрею двигатель. Смотри только ты приоткрыл дверь для чего-то, чего угодно, ты мне скажи, для чего ты открыл дверь, и я тебе скажу, твои чувства уже начинают захватывать эту вещь. Твои чувства начинают привыкать, любить. Твои чувства начинают, неважно что это, это может быть работа, это может быть неодушевленный объект, это может быть что угодно. Твой дом, Итак, ты для себя что-то берешь? Сейчас мы пойдем куда-то. Мы в наше время это называем, знаешь такой термин христианской современной церкви подсел, знаете, да? Подсел, подсел на сериал. Я тебе скажу, что сериал произвел в тебе вот эта серия этих уникальных картин, именно этот сериал был способен повлиять на твои чувства на некоторые из них, и ты привязался душой к сериалу. Я просто смотрю, чтобы время провести. Дудки, твоя душа уже зовет тебя посмотреть следующую серию. Это небесы. Алло, церковь, просыпаемся, пастор дома. Что за баптисты тут, я не понял. Что, подменили церковь, что ли? Алло, ку-ку. Все нормально. Я не знаю, что тут. Сильно грустно было, когда дома папы не было, да? Веселимся. Сейчас будет совсем весело. Итак, продвигаюсь дальше. Итак, не нужно ничего списывать на бесов. Не надо мне рассказывать сказки. Это бес меня попутал. Церковь должна давным-давно вырасти, что бес не путает тебя ни чем, чем ты не хочешь спутаться. Куку, -ку. Кого бес попутал там чем-нибудь? Расскажи мне. Я тебе расскажу, чем ты сам себя попутал, даже захотел попутать. Ага. Уникально. Итак, душа. Душа. Вы знаете, мы много говорим о духе. Мы много знаем о плоти, человеческом теле, но душа о, сегодня ты что-то узнаешь насчет своей души. Итак, начиная с компьютерных игр, заканчивая порнографией, наркотическими препаратами, обжорством, в большинстве случаев это не бесы, это душевная связь с объектом твоего наслаждения, будучи это пища или чья-то задница. Ты здесь? Нормально, что, все отвыкли, что ли? Ничего, я вас назад верну. <laughs> <Что> за... <laughs> все нормально. Мы дом. Я говорю правду. <laughs> И все. Правда иногда звучит уникально. Но тем не менее это правда. Итак, неважно что это. Че это красивая грудь или это пирог. <laughs> это небесы. Твоя душа желает это. Рассказать почему? Отойди, дьявол. Замечал, что-то он не уходит. Куда-то я гоню его. Уйди, злый день, писюкатый. Это переводится по-украински маньяк. Сексуальный маньяк. Переводится злый день, писюкаты». Поэтому не надо мне... Это все термины правильные. Все нормально. Не надо тут... А, что это он там сказал? Все нормально. Это переводится сексуальный маньяк. На нашу Ирину моется злый день, писюкаты. Окей. Okay. Хорошо. Идем так. Так, разморозить тебя чуть-чуть, а то что, я не понял. Смотри. Почему? Объяснить почему? Все это не бесы. Не надо мне рассказывать. Есть бесы, да. Есть бесы, они захватывают, они в процессе могут где-то что-то. Но начинается все никогда не с бесом. Начинается все твоя душа подсела. Потому что в каждой зависимости, любую назови мне зависимость твоего тела, и я назову тебе зависимость или желание твоей души. Знаешь, что такое душа? Воля чувства, эмоции. Это значит, что в каждой зависимости, неважно обжорство, порнография, что угодно, там задействованы чувства. И все сказали, если... В любой зависимости, притяжении, завязаны чувства, это значит, твоя душа имеет непосредственное отношение к твоему объекту поклонения. Hello? Ты здесь? Почему люди не могут освободиться годами, потому что, оторвався от бутылки телом, ты не оторвался? Давайте, сегодня будете вы мне проповедовать душой. Ты спишь, и ты наслаждаешься чувствами, когда ты был бухой. Алло! Чуть тишина настала. Какой-то топик странный взяли. Назад на порнографию. Не, не на порнографию. Русский язык такой, что что бы ты ни сказал, нам как-то странно звучит все. На обжорство. Этот топик легче для тебя. Как только касается каких-то сексуальных извращений, там наркотических. Алкоголя. Как только пирог, все друг на друга смотреть начинают. Кто там чизкейки любит? Хорошо. Я. Да, я вижу. Смотри. Большинство людей не понимают, что в каждой зависимости, слушай внимательно, задействованы чувства, воля, эмоции и всевозможные переживания. А так как задействованы все эти переживания, ты кушаешь торт, и ты... Это язык просто дает позывные, но наслаждается твоя душа. Ты торт любишь душой. Ты душевно зависим у тебя душевные связи с тортом. Вы смеетесь, а я вам истину сейчас говорю. Вот поэтому ты не можешь освободиться, потому что освободившись, выбросив торт, ты его не выбросил отсюда. Другие топики мы не касаемся, потому что тишина в зале настает что-то резко. Поэтому торт сегодня, плов, плов, кто-то любит плов. Алло, смотри, Большинство, смотри, одна из причин, почему люди не могут полностью освободиться, потому что если ты физически выбросил бутылку, в реальности у тебя остается глубокая душевная привязанность к самому алкоголю, к действию алкоголя. Алкоголь не просто тебя вырубает, алкоголь дает тебе чувство опьянения, дает тебе чувство некоторого наслаждения. Кто связан был с алкоголем, тот понимает, о чем я говорю. И поэтому у тебя проблема не с бутылкой, а с чувством, в которое она тебя вводит. Это значит, что не твое тело, твое тело мучится и блюет, а твоя душа. Завтра встретимся опять на том же месте. Душа. Ты скажешь: "Так это что, моя душа любит, да? Ты разрешил". Не буду забегать вперед. Еще у вас немножко. Много есть секретов, которые я чуть открою попозже. Смотри. Если ты что-то бросил, это не говорит, что ты бросил. Тебе во сне придет эта штучка и постучится к твоей душе. Душа имеет очень уникальную функцию. Душа умеет... Знаешь, как ты вспомнил лицо человека? Душа... Стоп, стоп, стоп. Имеет способность вспомнить чувства дам этому осесть, потому что церковь этого никогда не ест. Нам кажется, отойди нечистый, нечистый убежал. Сейчас. Душа, как твоя память физическая, имеет способность вспомнить лицо, ситуацию, то когда ты слышишь запах, ты вспоминаешь это одеклон девушки, с которой ты был. Бэм! И ты попал. Потому что только что твоя душа достала из архивов чувства, которые ты переживал. Будучи девушка с парнем парень с ты со мной? Она ехала в автобусе и это одеколон моего парня. И попала. Нам нужно встретиться, поговорить. Аллилуйя! Как жизнь! Душевные вы мои. И это хорошо. Не вздумай отказаться от души. Душу нужно научиться правильно использовать, употреблять. Кое-каких вещей душе нельзя. Душе нельзя касаться. Потому что. Опять чуть-чуть берет, бегу Назад, назад, назад. Поэтому после того, как ты освободился от чего-то физически, тебе необходимо просить Святой Дух разорвать душевную связь, с объектом твоего поклонения, наслаждения, с объектом твоей, твоей зависимости. То, что бес ушел, даже если там был бес, ничего не, не значит, если ты не порвал с этим душевную связь. То, что ты бросила своего парня там какого-то и вышла замуж, например, за того, это не говорит о том, что ты с ним разорвала отношения. Алло! Мужчины, то, что ты женился, это не говорит о том, что ты с той своей девушкой, которая сейчас разорвала отношения. Тебе нужно душевный разрыв, душевное исцеление. Иначе Бог мой. И некоторые знают не понаслышке, что может произойти. Ты здесь? Как тихо! Как тихо! А почему? Надо аллилуйя и аминь кричать, церковь. Ага, топик интересный, да? Я знаю, знаю. Идем, идем. Куда идем мы? С пяточком. Большой, большой секрет. Хорошо. Вспомните Эдемский сад. Кто помнит Эдемский сад? Я не помню. Да я шучу. Попали. Из Библии, церковь. Никто не задумывался, почему. Сейчас мы немножко начнем ходить по уникальной воде. Почему змей, то есть Люцифер, сатана, по-разному называть, подошел к женщине? Дам секундочку. Не потому, что она дура. Сразу развею этот миф. Поверьте мне. Большинство мужиков надо у некоторых женщин поучиться, поэтому поверьте мне. Нет. Потому что женщина более... Ай-яй-яй-яй-яй. Идем, идем, идем правильно, товарищи? Правильный путь выбрали. Смотри. Итак, Сатана не выбрал. Библия говорит, о, Адама не было. Фонарь. Адам был рядом с ней. Библия говорит, укус, вкусила и дала Адаму. Не написано бегала, искала. Он был рядом с ней. Просто разговор был начат. Вы должны понять, до этого человек был одно. После того, как разделил Бог Адама и Еву стали двое. И сатана нашел просто часть человека, в котором были больше эмоций, чувств, переживаний. Кто-то понимает, о чем я говорю? На чем основано искушение? Искушение основано на душе человека. Почему надо было делать через Еву? Потому что Ева была легче бы куплена сатаной, потому что она душевнее, она больше выслушивает, потому что женщина это уши, мужик это глаза. Поэтому дьявол подошел в уши, а потом, когда она развернулась к Адаму, Адам просто видел, он ничего не слышал. Ну ладно, это отдельная тема. И поэтому, когда он увидел, у мужика обычно слух отключается в это время, на секундочку, и он кивает головой, и только потом, когда все отлегло, вспоминает, что это что? Что это утром? Ну ладно, это, это не, не христианство. Ладно. А... Это что? Окей, окей, окей. Придерживаем лошадей. Смотри, а, вы цепь поняли? Адам был душевно привязан к Еве. Ева была чувствами открыта к информации. Потому что женщина, она, она хочет, она ждет информацию, она потребляет, она в магазин идет 300 полок смотрит, просто чтобы смотреть. И все. Ладно, это отдельная тема, это, наверное, никогда не исчезнет. И мужик не идет туда. Он идет купить трусы. Две пары. Все. Сейл, не сейл, не уценка, не уценка. Трусы сегодня будут куплены. Нет. И он выходит довольный. Купил свои трусы. Она не выходит. Ей помогают. Потому что она открылась и увидела 50% скидку. Здесь тролляля дали сэмпл попробовать. Тут залезли на эту, на эту, на, на этот айл и увидели там еще что-то. И мы попали. Поэтому. Женщина была открыта. И я скажу так, часть человека, не надо женщинам, мужчина, это часть человека, которая более открыта к чувствам, переживаниям, эмоциям, открыто услышать, что сатана хочет сказать, змей вернее. И в нее это вошло. Змею самое главное нужно было коснуться ее души. Когда он коснулся души, как он коснулся души? Он начал рассказывать, что этот плод может сделать. И она захотела. Это уже не дьявол, это уже моя душа приклеивается к объекту моего желания. И когда Ева увидела, она взяла. Муж, будучи душевно привязан к жене, не мог ее оставить. И они оба впали в грех. Все понимаете? Сейчас, сейчас, идем дальше, идем дальше. Ты что-то для себя берешь сегодня утром? Нам нужно познать душу церковь. Потому что мы с вами до конца нашей жизни будем душевными. Но то, как мы ее будем использовать, нужна мудрость. Смотри. Змею было необходимо присоединить душу человека к дереву познания добра и зла, и как только у него получилось сделать это, включить чувство человека, Адам, Евы, Адам, как только он, он включил чувство, он включил желание, и желание произвело все остальное. Дьявол просто спокойно отошел в сторону. Мысль дьявола или идея дьявола, как мы его называем, всего лишь играет маленький фрагмент, чтобы включить твое желание, чувство. На секундочку засмотреться на яблоко. Смотри. Нужно было сделать так, чтобы человек сам этого захотел, иначе никто не мог насильно запихнуть этот плод в рот Еве не сработало бы. Она должна была его захотеть. Хочет в тебе не дух и не тело. Хочет душа, а тело подчиняется желанию. И приносит через тело наслаждение душе. Здесь? Заметь. Итак, если ты разорвал с кем-либо отношения физически, это еще ничем не говорит, до тех пор, пока не будут разорваны все душевные связи и отношения. Потому что ты сейчас можешь находиться в этой комнате. Объект твоего наслаждения может находиться в другой стране. И вы будете с тем объектом намного ближе, чем ты сейчас со мной. Вы, вы, вы не поняли, что такое душа. Душа не имеет никакого времени и расстояния. Ты можешь быть душевно связан с человеком на другом континенте, абсолютно связан, думать, жить, засыпать с мыслью о нем, о ней. Кто-то понимает о хм. И с тобой будет стоять рядом человек разговаривать, он будет до тебя милями, сотни миль дальше, чем тот, который тысячи миль дальше. Но связана душа. Кто-то понимает? Сейчас мы доберемся, как это происходит, в технические вещи. Битва за душу идет у каждого из нас. Дьявол, зная эту функцию, он знает, что много из нас, кто не понимает, как это все работает, он манипулирует нами как хочет, потому что, чтобы манипулировать человеком, всего лишь нужно заставить его захотеть. Если ты не умеешь правильно контролировать своей душой, то твою душу можно повернуть куда угодно. Ты будешь смотреть грязь и наслаждаться. Ненавидеть и опять идти делать то же самое. Кто-то понимает, да? потому что кто-то присоединил тебя душевно. Okay. Смотри. Именно по этой причине самые глубокие раны могут нанесены быть только тем, быть очень, тем, кто был очень близко к нам. Отрываясь от нас, в реальности они отрывают и уносят с собой часть нас. Я объясню, как это сейчас все работает. Обрывок. Ты всегда что бы ни произошло потом с этим человеком, всегда, когда ты вспомнишь и увидишь этого человека ситуацию, ты всегда будешь чувствовать кусок этого человека в себе. Даже при разорванных отношениях ты будешь смотреть и думать, а что бы было, если бы. Кто здесь? О, мы пошли по серьезным водам, не так ли, братья и сестры? Не просто попрыгали во Святом Духе, подули друг на друга и уплыли кушать чикен. Сегодня мы пойдемся по территории, которая настолько важна, настолько опасна, если ты неправильно обращаешься с ней. Я люблю, когда в церкви тишина. Знаете, когда много аминей, это значит, что ты уже примерно забегаешь вперед меня. Здесь ты еле успеваешь. Аминь, братья и сестры. Смотри. Итак, глубокие раны. Вы заметили, что проходящий мимо не может начинить тебе, причинить тебе боль? Почему? Потому что никогда не были связаны души. Он может тебя просто обидеть, оскорбить и сказать, "Пошел ты". Да ты пошел. И вы оба пошли. Нет, ну понимаете, да что? Я говорю? Но когда с тобой сидит рядом твоя жена? Твой ребенок и говорит тебе, да пошел ты, о, это может быть такая глубокая рана, которая будет исцеляться годы. Кто-то понимает, о чем это? Почему? Тот же случай, тот же человек. Ситуация та же, но у вас связаны души. У вас есть... Connection, у вас есть дружба, у вас есть связь, у вас есть любовь, у вас есть отношения. Вот почему это наносит такой кошмар. И чем ты мне скажи, самый страшный случай в твоей жизни, а я скажу тебе, это были самые близкие люди. Кто-то со мной, кто понимает, это? Смотри. Я не говорю, там напали на тебя. Мы имеем сейчас в виду отношения, свадьбы, дети, семья ну, и, и так далее. Смотри. Обычно самое сложное восстановление это после душевных ран. Физические раны заживают быстро, все понимают, да? Потому что физическое тело переживает боль очень недолго, все понимают, да? Рана душевная может исцеляться годы, может исцеляться всю жизнь. Может кровоточить всю жизнь душевная рана. Okay. Как только твоя душа, то есть воля, чувства, их миллионы и эмоции, эмоции вообще миллиарды, присоединилась к чему-то, то будет очень сложно оторваться от этого. Потому что душа человека так устроена Богом, чтобы прирастать к любой вещи, к которой мы открываемся или желаем ее. И так открываю первую функцию души, она приращивает. Секунду дам, чтобы это осело. Она втягивает, она приклеивает. Окей, okay. это немножко осядет сейчас. Смотри, Душа человека, она Богом устроена так, чтобы тебя приклеивать, приращивать, чтобы двое стали одним целым. Мы туда еще чуть попозже зайдем. Смотри, душа человека – это сверхъестественный невидимый клей. Или я так, знаете, свои, своя терминология – суперглу. Знаете такое суперглоу, да? Ох, крутая штука. <смех> Смотри, <смех> это сверхъестественный, невидимый суперклей. Именно поэтому душевные вещи, вещи очень сложно разрываются и болезненно проходят. Душа абсолютно нам необходима. Вы должны понять, что мы не можем это бросить. Мы должны это на начать правильно употреблять, пользоваться душой. Душа всем необходима, иначе мы будем бездушные, мы будем злые, у нас не будет ни с кем отношений, мы будем в ненависти. Кто-то понимает? Знаете термин, он бездушный человек, знаете, да? Это говорит о том, что это человек не, это сгусток ненависти, к нему лучше не подходить. Это говорит о том, что у человека закрыта душа к любого рода отношениям. Он был ранен столько раз в своей жизни, что закрылся полностью. Его душа закрыта. Окей? Okay? Смотри, идем дальше. Душа необходима, потому что у нас ничего с вами не держалось бы вместе или не держалось бы долго. Моя к тебе симпания пройдет очень быстро, но наше душевное согласие пройдет даже, оно нас пронесет, даже когда между нами симпатия пропадет. Кто-то понял меня, нет? Я говорю к взрослой публике меня с моей женой красота и симпатия пронесет до определенного момента. Потом нас должна нести душевная любовь, должна нести вот эта связь. Я не говорю зависимость, это неправильно, мы за зависимости поговорим дальше, но душевное прикосновение, иначе бы мы никогда не любили детей своих. Мы никогда не причиняли им зло. Почему ты в три ночи срываешься и летишь помогать своему ребенку? Потому что вы связаны чувствами. И когда между нами даже симпатия в какие-то моменты угасала, нас проносила связь эмоциональная друг с другом. Кто-то понимает? Вот почему похоть работает быстро. Это просто кусок эмоций, сгусток, желания твоего тела. Раз, два, переспали, разбежались. Но, слушай, мать, но когда связываются души, вы можете даже в кровати не быть. И у вас будут огромные проблемы. Алло! Не знаю, рано, может, эту тему сказал, не знаю. Нормально? Тянем. Кто из вас когда-нибудь склеивал руки? Суперглум. Наверное, над всеми делали этот трюк в Америке. Я приехал, а мои друзья меня, поп... они меня сразу познакомили с этим клеем. Ты приехаешь в Америку, знаете, такой, э, 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 но там у нас не было, у нас там цемент, знаете, был там какой-то, как он назывался у нас? Да, момент, да, момент, какой там момент? Момент. Вот в Америке тут момент. Ладно, ну там тоже уже свои моменты есть. И они мне говорят, дай два пальца. Я как лох даю. Они говорят, сейчас мы тебе помажем жидкостью, и у тебя так, ну, просто мы все это делали. Ну, естественно, все в теме, кроме меня. Они мне намазывают два пальца, знаете, да, и говорят, склей. Потом говорят, подержи. Ну, держу, ты же ничего не чувствуешь. Ну, а потом начинают все дружно ржать. Я еще не понимаю, что происходит, потому что я еще все, знаете, там, ой, oh, е, yeah! знаешь, они уже все угадывают, потому что они знают, что будет следующее. И здесь я, а там ха-ха, там полная, там вообще укатывается. Знаете, это первый человек, первое лицо иммигранта, который встретился с суперглу. И я начинаю дергать, слава богу, что два. Они говорят, вот тому приклеили всю руку. И, знаете, и, в общем, я хожу с этими двумя пальцами, как идиот. И знаете, что потом начинает происходить? Ну когда-то же их надо рассоединить. Я не буду так с этими пестиками ходить здесь. Понимаешь? И я начинаю там, знаете, что угодно, проволоку туда, я начинаю там совать их какой-то там раствор. Ничего не работает. И самое интересное, я не вижу клея. Уникально клей впитался полностью в кожу и на молекулярном уровне соединил мое тело. Он соединил суперглу, суперклей настолько мое тело, что теперь нет разницы между одним и другим пальцем. Оно стало одно. И когда, знаете, что со мной произошло? Одно из самых больших откровений в моей жизни, когда я разорвал пальцы. Когда я разорвал эти пальцы, оба пальца были в крови. И на одном пальце, и на другом пальце была часть другого пальца. И когда Дух Святой начал вести меня, он говорит, душа именно так Богом создана. Когда Бог дал тебе душу, Он не планировал, что ты будешь ходить и клеиться везде. Он говорит, муж одной жены будет. Что происходит? Смеемся. Когда эта вещь настает, он это не до смеха. И некоторые знают из практики, о чем я говорю. Когда разрываются двое, навсегда унося с собой часть другой личности. Душа Богом создана, склеит тебя навечно. И чем дальше, тем глубже прирастание. Бог говорит, двое станут одним. Ты думаешь, что они станут одним, потому что они любят в домино играть? Они с тобой станут одним, потому что они душами срослись. Потому что мое срастание с моей женой с каждым годом больше и больше, и разрыв с каждым годом будет хуже, если это будет и ужаснее. Я знаю людей, которые прожили больше 60 лет вместе, и когда умер он, она умерла через два часа, не потому, что она была больная, а потому, что ее душа не выдержала разрыва. Это задокументировано. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я умоляю тебя об одном, не вздумай недооценить силу души, которая находится внутри тебя. И даже потом захочешь отсоединиться, душа скажет, поздно, приклеились, теперь будем делать танго. Ты берешь что-то для себя? По глазам вижу. Когда мало аминей, это Аллилуйя. Смотри. Прослойка суперклея является душевной немидиевой скрепляющей силой. Ты должен понять, что сначала начинаются души. Потом часть меня входит в кого-то, часть кого-то входит в меня. Неважно. Вы знаете, что душевные отношения, это не очень, это часто вообще даже не сексуальные отношения, церковь. Душевное отношение между друзьями. Кто помнит, кто в Библии душой влюбился? Давид и Анафан. О, молодцы. Вспомните, что происходило, когда разрывались эти два человека. Они рыдали. Два мужика сопли пускали. Написано, рыдал Давид боли. Потому что душа Давида, видно, была прилеплена к Анафану больше. Дорогие, мы должны не вздумай, не недооценить силу души, которую Бог тебе дал. Будь очень аккуратен, кому ты открываешься, с кем ты делишься душой. Угу. О, я верю, христианство после этой темы немножко задумается над тем, где мы, что мы и как мы. Смотри. Именно это Бог и сказал: двое станут одним целым посредством души. Двое станут одним целым. Он сначала берет человека разделяет его, и потом говорит, вы будете вместе до тех пор, пока не уйдете ко мне. Но этот процесс вместе, вы должны до такой вещи досрастаться, что вы даже один без другого жить потом не захочете. Все понимают? Это только свадьба, это, это, это семья. А когда мы говорим о друзьях, когда мы говорим о людях, которые были рядом с тобой, это точно такие раны. Там нет сексуальных отношений, там нет никаких-то привязанностей. Там есть душа полюбила душу. Не смешивайте все в один клубок, церковь, умоляю. Я могу быть душевно привязан к какому-то мужчине, и это абсолютно не имеется в виду вообще никаких отношений. Я абсолютно нормальный мужик. Но мне понравились качества в нем. Мне нравится мужество, мне нравится сила. Мне нравится, как он отстаивает все. И это душевно. Все начинается с симпатии к парню. Не сексуальной, умоляю. Потому что церковь настолько блевотина и пропитана мира, что она не понимает, что может быть настоящая дружба между дворне, двумя мужчинами, и они друг за друга умереть готовы. Но концепт дружбы церковь не поняла. У нас есть, что, если двое пошли вместе, это они что-то там. Хе -хе -хе. Вынесенный мозг религиозной помойкой. Мужчины могут так дружить, как мужчина с женщиной не дружит. Библия говорит, что любовь между Дафадом и Давидом была превышала любую женскую любовь. И некоторые не поняли. Это говорит о том, что эти два парня настолько были похожи, настолько любили одно и то же, наслаждались битвой. Оба шли на смерть, потому что мечтали что-то. И Анафан полюбил Давида, знаете почему? Потому что как Давид пошел один, тот пошел в стан врага один тоже. Сорут женосцев. Кто-то вспомнит Иоаннафана историю. И папа сказал, кто там шок навел? Иоаннафан. Иоаннафан увидел Давида, он сказал, вау! Я такого не встречал. Один против всех. Мы будем друзьями. И как только они встретились, написано, Иоаннафан отдал ему все. Доспехи все отдал. Меч потому что что-то их соединяло. И это было, это было душевное объединение от Бога. И оно должно было остаться, но жаль, Иоаннафан выбрал иную судьбу, потому что привязанность Иоаннафана к Саулу была больше, чем привязанность Иоаннафана к Давиду. Иоаннафан умер из-за душевной связи с неправильным человеком. С кем ты связан? Перепроверь себя сейчас. О ком ты думаешь? Кто проплывает? Что происходит? Хорошо, это я оставлю для тебя. Нормально, да? Живем хорошо? Хорошо? Okay. После физических ран всего лишь нужно время для восстановления тела. Это все ерунда. Поломали руку, рука выздоровела, забыл. Но душа требует намного больше времени для исцеления, потому что, потому что задействованы массы компонентов, таких как воля. Твоя воля только что была разбита. Скажи мне, сколько это исцеляется? Христианин. Только что твоя любовь, твои эмоции были размазаны по стене. Скажи мне, сколько времени нужно для исцеления моей вавки, и сколько нужно мне исцеления, чтобы вновь доверять? Скажите, подольше берет. Аминь. Скажите, это что-то должно с тобой произойти. И ты иногда исцелился а, я там от перелома месяц, два, за три вообще забыл все. А вот та рана, где тебе нужна, у тебя убита воля. Скажи мне, как исцелить волю в моей душе? У меня поражена воля. Я не могу больше сражаться, мне больше не для чего вставать по утрам. И моя душа просто берет бутылку и заливает мое горе. Но горе возвращается только тогда, когда просветлевает в моем мозгу. О, мы хотим, но они пастора хотят там. Эти шабе, буди исцелен, халлелуя, с Богом. А сколько требуется времени для исцеления всех компонентов, которые только что были связаны с тем человеком, или с той личностью, или с той ситуацией? Или с напарником, который только что кинул меня, раздел меня, украл все деньги с банка, а мы с ним мечтали вместе делать этот бизнес. Скажи мне, сколько для этого нужно времени, чтобы оно исцелилось? О, поверьте, подольше, чем твоя надбитая коленка. Хм. Уникальный концепт души. Когда ты позволил душе к чему-то или кому-то себя приклеить, то после того, как сознание дает разрешение, смотрите, как работает, работает душа. Душа сама по себе не может просто блуждать и клеиться. Все поняли, да? Душа должна получить абсолютное разрешение от твоего сознания. То есть, что значит сознание? Сознание дает разрешение начать клеиться. Сознание дает разрешение. Хорошо, смотри, бери, иди, прикасайся. И ты начинаешь идти, прикасаться. Душа получает заряд эмоций. Все понимают? Разных, неважно. Ты прикоснулся к деньгам. Твоя душа тоже ощутила очень пушистую эмоцию. А если пачка толще, то твоя душа вообще там, знаете, такой денежный оргазм. И пачка толще. Я не понял, Что? Все нормально, успокойся. Я знаю, у людей есть денежный оргазм посерьезнее, чем все остальное. Ой, oh что-то yeah. денежку взял и он, ух, и он хочет это пережить вновь. Пережил денежки две, ух, хочет еще вновь пережить, и доза увеличиться должна. Неважно, церковь, почему я это говорю? Я говорю, неважно, к чему твоя душа прирастает. Это человек или это зеленая бумага, или это золотце. Камешки. Что угодно, что влечет тебя. Где сокровища ваши, там будет и... Вот это оно и есть. Смотри. Какая хорошая тема. Так можно на себя со стороны посмотреть... И в Новый год войти, надо разобраться, надо глянуть, что там мы наклеили. Ага. Это может быть что угодно. Итак, смотри, как работает. Я даю разрешение в сознании душе чувствовать. Слушай меня внимательно. Например, сидит одинокая девушка где-то сзади в зале. Выходит сюда лидер, например, любой, кто угодно, любой церкви, неважно. Она в сознании посмотрела, нормально прошло, но потом она посмотрела, она говорит, я хочу такого. Кто-то понимает меня? Нет, у нас в церкви этого нет. Это там, в глобале все, в водится. вводится. Она говорит, я хочу такого. В процессе, если она, например, продолжает давать, разрешать своему сознанию концентрироваться на этом объекте, слушайте, да? Ее душа начинает прирастать, и она уже из «я хочу такого» перерастает и «я хочу…» Ну, напоминаем, напоминаем. Его. Алло? Чуть дальше эта душа настолько прирастает, что она в церковь теперь ходит только для… Его. Алло, алло, алло. Или это я тут что-то выпал с вагона? Все, все, все в теме? Какая-то тишина, как мышки все сидят. Кто-то понимает, как работает? Сначала это может быть вообще абсолютно нормальный взгляд. Алло, в процессе сознание говорит нормально. Вперед душа. И потом душа делает такую бубу. -бу, что потом уже сознание говорит, хватит, а душа говорит, фиг тебе. Теперь я буду есть, сколько хочу. А душа, как говорит Соломон, ненасытима. Глаза ненасытимы. Потому что сколько может в глаз влезть имиджей? Два килограмма? Три. Подумай. Сколько угодно. Сколько в душу может войти эмоций. Если предел эмоциям. Нет, нет, нет. Сколько буду трамбовать, столько и буду кайфовать. <режит> Какая хорошая тема. Я ее переслушаю, мужики, вы мне копию дайте. Ага. Итак, когда ты позволил душе к чему-то приклеить себя... Сознание дает разрешение, душа берет абсолютный контроль над ситуацией и начинается приращивание твоей души к объекту твоего желания. Опять же говорю, желание это может быть не только там какое-то там сексуальное, там, это просто мы говорим то, что больше всего на глаза попадается. Желание может быть какое угодно, что угодно. Чужой дом, чьи-то деньги, чей-то чьи бизнес, позиция, что угодно. Я начинаю хотеть что-то, моя душа присоединяется, и потом я полностью концентрируюсь. Вот почему Бог дал человеку душу, потому что без душевного вовлечения ты не способен фокусироваться. Потому что желание прошло, но когда я желание вбил, желание теперь захватила душа. И теперь даже я утром встаю, не помню, но душа меня подрывает и вводит назад в мой фокус. Через желание, которое я, которому я позволил там быть. Все понимают, да, структуру? Я не хочу вас потерять где-то на повороте. <как> Смотри. Это может быть что угодно или кто угодно. Музыка. Пфф. Люди могут быть сходить с ума на музыке. Все. <как> Потому что дал душе. Смотри. Знаете, что душа не выбирает? И душа, слушай сюда, не дискриминирует тебя за твой выбор. Душа просто цепляется за все, чему ты позволил там быть. Ты можешь не любить фильмы ужасов, но заставить себя и твоя душа уже будет наслаждаться этими кошмарами. Кто-то смотрит, говорит, как можно это смотреть? И ты скажешь, М -м, следующий скоро выходит, еще кровавее. Твоя душа получает выброс адреналина, ты наслаждаешься! Чувства опять задействованы чувства. Душа не выбирает, она не дискриминирует то, что ты хочешь или о чем ты мечтаешь. Душа не сидит и говорит, хм, плохо. Душа говорит, хм, а ну дай ко мне осизнуть. И только ты через сознание даешь душе прикоснуться чувствами. Ху, душе нравится. Алло. Вот почему одни из самых. Мощных зависимостей, самых мощных, всегда приклеены к самым мощным переживаниям. Алло, еще раз повторю, для церкви самые мощные зависимости, как правило, базируются на самых глубоких душевных переживаниях и удовольствиях. Все понимают? Okay. Идем дальше. Если ты не будешь бережно обращаться, бережно обращаться со своим сознанием, то, скорее всего, сознание даст твоей душе разрешение совершить что-то, что нанесет тебе огромную рану. И при всем твоем желании отклеиться без повреждений души, сделать это будет практически невозможно. Душевный разрыв будет болеть и займет долгое время, чтобы получить полное исцеление. Нам всем нужно очень бережно относиться к нашей душе, потому что это очень сильный инструмент нашего существа. Пожалуйста, не вздумайте недооценивать, что душа такое. Некоторые говорят, он духовный. Духовный – это всего лишь тот, который научился фокусировать свою душу только на том, на чем хочет Бог. Духовный это не говорит о том, что у него нет души, он ходит такой весь халлелуя, аллилуйя тач, тач, бэм духовный, у него еще больше душа работает, но она работает теперь на завоевание душ для Иисуса. Теперь он захвачен болью умирающих людей, и там задействована душа. Кто-то понимает, о чем я говорю? Бог не может даже... Он не может употребить тебя, если не включится, не включится твоя душа и не включится на полную за страсти погибающих. Поэтому духовный он еще более развит душевно, но его душевное влечение и влияние сфокусировано на цели бога в то время как плотской человек это у которого душа со всеми и со всем. все поняли. Okay. Когда я позволил душе, прилепиться к чему-то, то в арсенале души есть сотни инструментов. Вы должны понять. Мое сознание, мой взгляд, мой слух — это очень лимитированный ресурс. Все здесь? Я всего лишь услышал. Но если я позволяю душе взять взгляд, слух, запах, эмоции, вкус, переживания, в арсенале души миллионы чувств. Все понимают? Поэтому, когда я что-то увидел, это я просто увидел. Но когда я увидел, сосредоточился и позволил из арсенала души достается любовь, похоть, ненависть, зависть. Все понимают? Это все чувства. Это все параметры души. Не надо говорить, о, зло от дьявола, о, любовь от Бога. В тебе все, в твоей душе все. Просто ты из арсенала достаешь. Потому что были моменты, где Иисусу нужно было достать самый мощный гнев из арсенала души. Он не ходил от, от, от. только какашки подметите, тут и нормально будет. Иисус пошел, взял дубец, там всем объяснил, где Халилуя живет. Ты здесь? Это говорит о том, что он страстно это делал. Там были задействованы чувства церковь. Еще какие? Дом мой! Дома молитвы наречется, а вы срань здесь развели. Иди сюда, держи на двойное помазание, на двойное. По второму кругу давайте еще раз выстраивать. Здесь? Не надо мне рассказывать. В твоем арсенале должно быть все. Только мой гнев заперт именно для тех вещей, где Он должен высвободиться в правильное русло, в правильном времени, в правильные минуты, все и потом назад это оружие, и мы продолжаем опять возлагать руки, исцелять и двигаться потому что ты не можешь ходить в Твоем арсенале, должно быть все. Бог должен, Бог должен знать, что ты умеешь душой пользоваться профессионально, когда нужно любить, когда Бог сказал, Иисусу Отец сказал не ходить туда, не ходить при всем желании. Спокойно, мы туда не ходим и их не исцеляем. При всем желании исцелить, я творю только то, что отец сказал. Ой, oh, я. Yeah. Итак, в арсенале души массы инструментов. Она начинает пользоваться от любви, заканчивая ревностью и ненавистью. Что угодно, это все арсенал души. Никто не задумывался, почему... Самая главная первая заповедь Библии какая? Возлюби Господа, возлюби Бога. Смотри, никто не задумался, почему она в приказательном тоне, как будто это надо сделать. Стоп, 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 стоп. Все понимают, о чем Возлюби — это приказательный тон, это сделай, это я тебе говорю, подмети. Это значит, я не даю тебе опций. Он не сказал, может быть, захочешь на твое время, когда-нибудь полюбишь. Самое первое, самое важное, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем и крепостью на всех трех уровнях. Почему? Потому что эта любовь, это не то, что, что я сижу и ищу. Э, придет, не придет, ё-моё. Любовь, слушай внимательно, она вырабатывается в том, на чем я концентрируюсь. Возлюби, это значит обрати свой взор на меня, и ты влюбишься в меня. Не возлюбили Бога, люди будут наказаны, потому что это грех. Я говорю, одним дана любовь, другим не дана. Да, одним дана любовь к какому-то гадости, а другим дана любовь к Богу. Да? Нет. Ты и я выбрали любить Бога при всех наших тараканах под нашей черепной коробкой. Алло. Здесь? Христианство сидит и господи Господи, полюбить бы тебя. Полюби. Мне когда-нибудь сегодня полюби. Начни читать, наслаждаться. Книга да не отходит от уст. Начни видеть, слышать, переживать, как Давид, и любовь захватит тебя. Я видел людей, которые влюблялись в такое, что влюбиться нельзя. Сможно, что? Я за тебя помолюсь. Или за нее, я не знаю, за кого, или за боя. А знаешь почему? Потому что всего лишь провел некоторое время в его кругу, она, а он в ее кругу. Никого рядом не было. И просто душе была дана возможность. И душа увидела в ней не Ты здесь? И ты смотришь, красавец, а что это катится рядом? Ну ладно, я туда не буду идти. Никакой дискриминации. Это просто не глаза выбирали. Выбирала душа. Аминь! Вечно что-нибудь скажу, потом полпроповеди отходи на. Нет, ну ну аминь или не аминь. аминь. И нас муж... Сколько ты выпил? Не, тут нельзя такое. Я не знаю! Извиняюсь, я в подъезде вырос. Девятые этажки. Ладно, и ты понимаешь, и ты смотришь, и у него этикета нет. Да, никогда не было. Я пытаюсь, простите мне, грех мой. Дикета нет, зато знаю, как взрыв пакеты делать. Как селитру делать. Ну ладно. У каждого из нас свои скиллс есть. <с enzyme> знаю, как кого-то послать далеко. <смеется> Смотри, <смеется> ну, слава Господу, мы уже новое творение в Иисусе Христе. <смеется> слава тебе, Господи! Все. Забывая все. Заднее. Ты берешь что-то для себя? Еще немножко есть, немножко еще есть. Смотри. В приказательном тоне Бог говорит, потому что Бог знает то, на чем человек начинает концентрироваться и сосредотачиваться каждый день. Впоследствии он будет это любить. И неважно, красивое ли оно на глаз. Знаешь, у нас такой термин есть у парней. Она тяжела на глаз. Это, это знаете, такой политически корректный термин. Я не буду говорить для чего. Тяжелый на глаз человек. То есть ты гнал, ты, ух, хочется взять мыло и... Господи, прости. Мы любим всех, аллилуйя! Всех одинаково. <laughs> Некоторые больше. <смех> Смотри. <смех> так, хватит. Смотри. Когда ты позволил душе прилепиться к чему-то, то в арсенале души есть сотни инструментов. Умей пользоваться ими или умей не пользоваться ими, когда не нужно пользоваться ими. Итак, вы должны понять, что не надо просить «Бог дай, Бог дай, Бог дай, Бог дай», Начни сосредотачиваться на том, на чем Бог показывает тебя, фокусирует тебя, и ты увидишь, как вся твоя цель выработается, твоя душа приклеится, и ты начнешь бежать этот курс до полной победы, потому что твоя душа захватила этот кусок информации, пережила чувство, когда спасается человек, когда кается человек, и ты не хочешь больше бросить этого удовольствия видеть, как спасаются люди. Смотри. Итак, я говорю... Именно по этой причине люди будут осуждены Богом за то, что они не захотели полюбить Бога. Ты скажешь, это странный метод, это странные фразы. Ну, я вообще странный человек по терминам христианской религии, но тем не менее мы будем это говорить. А, не захотели полюбить, это значит, не, не захотели дать Богу шанс. Все поняли, да? Это не захотели даже не, никогда на нем сконцентрировался. Ты концентрируешься на чем угодно, на людях, на девушке, на парнях, парни, на девушках, парни, на парнях. Ух! Это отдельная тема. То есть мы концентрируемся на чем угодно. Сори, вылетел. И, то есть мы концентрируемся на чем угодно, и наша душа начинает привязываться. Все понимают, о чем? И, и, и получается, вот эти все шероховатости, непонятки, и мы попадаем в очень огромные вещи, проблемные вещи. Но когда ты начинаешь концентрироваться на Боге, на Его любви, ты видишь, как твоя душа срастается с Его. Ты видишь, как вы сливаетесь, ты видишь, как ты без него не можешь жить. Когда ты засыпаешь, ты думаешь о нем, когда ты просыпаешься, он опять в твоем сознании. Это Бог. Вот как возлюбить Бога. Начни его видеть, концентрироваться, читать о нем, начни наслаждаться, им, и ты увидишь, как эта любовь превысит любую другую, потому что ты на этой личности сконцентрировал свое внимание. Все понимают? Поэтому возлюби и должно звучать в приказательном тоне. Потому что что угодно ты можешь возлюбить в этой жизни. Что угодно. Ты возлюбишь свою машину, в которой прогнивший пол. Только по одной причине. Потому что она такая родная. Она возит меня. Душевная связь с тачкой. Я и такое видел, поверьте. Я знаю, о чем я говорю. У мужиков душевная связь с обувью есть. Душевная связь с обувью. Вот он ее растоптал. Жена говорит... Уф! А тебе уже так правильно, пальчик в правильную сторону этот вылез уже. Тут уже стерлась правильно, подошвы правильно подтерлись. Ты как в тапочках ходишь, жена смотрит и говорит, с тобой никуда в этой обуви не пойду. А у тебя душевная связь с туфлями. Ну они же такие родные, жене нужно тебя ударить безбольной битой по голове и нечаянно вынести, выкинуть их в урна и купить тебе новые. И у тебя начинается душевный разрыв. А где они? А я вспоминаю, как мне было удобно в тех, которых ты выкинула. Он ну, очень уникальная личность, ему со стельками душевно срастись. Кто-то понимает? Не говоря о том, что люди, которые еще отдают назад тебе любовь, и привязанность. Потому что Бог знает, что на чем человек начинает концентрироваться, каждый день впоследствии это будет он любить, это будет его притягивать, и это будет его мечтой. Именно по этой причине люди будут осуждены Богом, потому что не дали Богу шанс притянуть их, полюбить их и благословить их. Из-за непонимания функции, заканчиваю пару фраз, я заканчиваю, мое время исчерпано. Из-за непонимания функции души человек очень часто неправильно использует ее. Именно поэтому мы имеем столько ран, боли, разрушения вокруг нас. Знаешь, что большинство в случаев человек всего лишь ждет, мучится, падает, встает. И <cassette> Массы лет проходит, пока все исцелится, потому что мы не понимаем, мы приклеились к тому, приклеились к тому. Ты полюбил какого-то кота больше, чем надо, все. Ты на его могилку тебе ходишь, носишь там какую-то его любимую еду. И это я видел, думаю, ну любил кота, мужик. ну, Купи другого. Нет, такого больше в жизни не будет. Мы с вами такие личности. Смотри. Итак, функция души абсолютно необходима каждому из нас. Я хочу это сразу, параметр выявить. Душевность церковь ⁇ это хорошо. Мы не говорим сейчас о душевности, где ты там душевность нужно понять правильно, душевность нужно правильную категорию поставить. Душевность ⁇ это классно, душевность церковь ⁇ это человечность. Душев, без душевности мы с вами не можем достигнуть того, для чего Бог поставил нас. Без душевности Иисус никогда бы не умер за тебя и за меня. Ты здесь? Любовь ⁇ это функция души. Бог возлюбил весь мир и отдал своего Сына. Сын возлюбил нас и пошел на крест за нас. Это все функция души. Взял Бог дух, создал тело, вложил дух в тело и произошла... Душа живая. Вот эта личность, которая теперь будет переживать, ходить, любить, ненавидеть, падать, вставать, это все душа. что есть девушки настолько душевно раненые, что сколько бы ни подходили, ни, никто не может подойти, потому что там не он проблема, а в тебе проблема. Сколько я знаю парней, которые не могут подпустить к себе девушку близко. Почему? Потому что его ранили три до этого, и он больше не верит ни во что. Он не верит в любовь, он верит, что все хотят использовать его деньги. Сколько я знаю людей, которые, бизнесмены, которые начинали бизнес, они не верят никому и ничему, у них сделки все, только с печатями, с лайрами, там, с адвокатами, там ничего не верится. Почему? Потому что где-то попалили. Мудрость нужно иметь, но человечность церкви, душевность нельзя терять. Нельзя. Я, поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Я был предан не раз. Я знаю, как это больно. И предан близ, сам, людей, которых я, я думал, мы будем всю жизнь вместе. Я знаю, как это больно. Я знаю, как неприятно. Потому что тот, кто склеился с тобой, он отрывается, уносит часть тебя. И поэтому, когда он начинает говорить о тебе, он говорит о самых болезненных вещах, потому что только он смог увидеть рану, которую он же и нанес. Потому что только он может поговорить о моем куске, который болит, потому что этот кусок у него, я ему его подарил. Будь аккуратен, но не становись бесчеловечным. Запомните, душу создал Бог. Сразу скажу. Душевность ⁇ это хорошо. Душа ⁇ создание самого Бога. Душа ⁇ это троичность. Это и есть человек. Бог и душевные отношения. Бог создал душу и душевные отношения. Нам абсолютно необходимо душевность, это человечность. Запомните это, чтобы мы могли заботиться о тех, кто действительно должен быть близок к нам. Это наши дети, это мужья, жены, это наши родители, внуки, кто угодно, у кого что. Мы должны быть душевно приклеены к ним. Мы должны душевно чувствовать, потому что душевность ⁇ это забота, это любовь. Это, это, я не знаю, как это назвать, но у тебя кто-то сосед рядом умер, но не пережил ты боли. Ну все понимают, да? Не пережил ты боли, а кто-то, кто услышал, он месяц в кровати не встает. Почему? Потому что душа была связана. Я знаю, что это такое, потому что мой отец умер, и у меня последние года, годы были с ним очень близкие отношения. Когда, я умер, когда он умер, я, я тоже начал помирать, жена меня там от, от, откачивала. Я абсолютно знаю, что такое пережить разрывы, это время нужно. Никуда не денешься, никуда не денешься. Даже домашние животные приклеивают нашу душу к себе. Ну купил ты это маленького щеночка, да ну сначала он щеночек, пожил он с тобой три года, это уже друг твой стал близкий. Кто-то понимает, да? Это уже не просто собачка, ты уже ты ты, ты куда-то уезжаешь, первое, о чем ты думаешь, это не плитку выключить, а как этого друга определить в хорошие руки, все понимают? У тебя просто, и это хорошо, церковь, мы, Бог нас создал, чтобы мы были вот такими человечными, добрыми, пушистыми, хорошими. Котик, собачка, дети, все это все имеет часть нашей души потихонечку. И так должно быть. Просто я умоляю тебя просто из всей этой темы, пожалуйста, извлеки урок, не употребляй свою душу туда, куда Бог не ведет, не употребляй, потому что Бог мой иногда пол жизни нужно будет, чтобы тебя восстановить. Пол жизни. Будь аккуратен, к чему ты даешь, будь аккуратен, к чему твое сознание дает разрешение. К чему душа твоя приклеивает. Итак, нам нужны душевные отношения. Но здесь есть но. Я на этом но сейчас скажу и закончу. Последняя мысль. Но здесь есть но. Но никто не может занимать первое место в твоей душе, кроме Бога. О, церковь. Это все, что я говорил сейчас, сходится к одному единственному. Самое первое место. Самое главное место. Самое огромное внимание, любовь и чувство должны быть к твоему Создателю. Если на месте Создателя не стоит Бог, я даю гарантию, на этом месте стоит какое-то уродище, которое Богом стало. Все понимают, о чем я у мужей это могут быть жены, у жен это могут быть мужья, там, что угодно, это может быть богатство, это может быть бизнес, что угодно. Если твои чувства, самое главное, они в конус не упираются в Бога, то у тебя вся душевная жизнь дисбалансирована. Все понимают, о чем я говорю. Это значит, место, которое должна занимать жена, да? например, вот рядышком с тобой, она занимает место Бога сейчас. И у тебя настолько дисбалансировано, что ты помираешь убиваешься, ранишься, потому что на том месте может быть только бог, который никогда тебя не ранит, не предаст не кинет. Поэтому душевно ранены обычно те, которые на место бога поставили не бога. ты калеченный потому что у тебя кто-то стоял и это не бог. Вот где самая важная заповедь и это не для бога любите меня рабы. Это для тебя. Любить, Бог говорит, меня, всем сердцем, всем душем, всем душем, только меня вы можете, со мной у вас должна быть самая мощная душевная связь, иначе, если не я, вся ваша жизнь это хаос и дисбаланс, и каждый день у тебя будет новый Бог, которого твоя душа будет ставить на престол, и этот Бог будет тебя кидать и предавать. В то же самое время, если бы у тебя в самом начале стоял живой Бог, Творец Вселенной, то никогда, вот почему люди, которые ходят с Богом, они абсолютно стабильны, потому что их, даже если их ниже кинут, с самого верху их не кинут. Даже если здесь умер человек близкий, тебя не поколеблешь, ты не ты спокойно, да, тебе было больно, но самый главный фундамент, честно можно сказать, это пирамида не вверх а вниз, потому что в реальности самое главное основание это Бог и оно не зыблемо, оно не шатается и поэтому если с твоей жизни с этой стены отвалится кирпич, фундамент Бог никогда не пошатнется. Все со мной? Вот почему душевно разрушенные люди ходят, потому что теперь он ищет, кто займет меня только что кинули, кто займет, кто будет Богом в моей жизни? Кто следующий? Заходи. И опять входит какой-то парень, который уничтожает сердце девушки. Опять входит девушка, которая уничтожает сердце парня. Опять тот влип куда-то, его кинули там. Опять что-то попытался сделать, что разорвало его душу. И потом он становится ненавистным. Да пошло все нафиг. Я поубиваю всех. Вон из моей жизни. О, Боже мой. Я уверен, вы видели таких. Я видел. Люди, которые в зверей превращаются, когда душа не исцелена и закрыта. Но здесь есть но. И на этом но я заканчивается. Иначе нарушается баланс. И ты обязательно кого-то или что-то сделаешь Богом. И это опасно именно для тебя. Именно поэтому Бог говорит, чтобы человек никогда, ни в коем случае не сотворил в себе кумира. Аминь. Никогда. Потому что кумир станет Богом, и Бог начнет разрывать тот Бог в кавычках, разрывать твою жизнь на куски. Хотя он говорит, я твой Бог люби меня. Я не предам, я прощу, я люблю, всегда помогу. И все сказали, Эйма, давайте мы встанем. Давайте мы встанем. Я надеюсь, ты хороший кусок стейка получил духовного. Тебе будет над чем подумать. Поверьте, это не с книг, это ничего, это собственное наблюдение, эксперименты и жизненные ситуации, которые привели меня в эту тему. И я верю, что Человек может делиться только тем, через что сам проходит, иначе оно не имеет силы. Все понимаете, да? Поэтому, дорогие, пожалуйста, возьми этот кусок информации. Я уверен, кому-то, может быть, кому-то понадобится всего лишь маленькая мысль из этой темы. И я уже рад, что я мог помочь тебе. Давайте закроем глаза. Просто посмотри внутрь себя. Посмотри внутрь себя, скажи ему, скажи ему, отец, я так хочу быть душевно эмоционально исцеленная личность. Я так хочу, чтобы только ты руководил мной. Я так хочу, чтобы моя душа и на первом месте, на троне, сидел только ты, Бог, захватил эту позицию только ты. Я еще раз и еще раз отдаю эту позицию тебе, и я верю что прямо сейчас исцеляется моя душа, я больше никому не отдам ее, никто не способен будет калечить меня, потому что ты находишься на троне. Я благодарю тебя. Я прямо сейчас прошу за тех, кто сейчас душевно ранен, кто душевно распит, кто покалечен. Над кем дьявол поиздевался через душу? Бог, я прошу о полном исцелении, восстановлении. Неважно это отношение с какими-то объектами или личностями. Бог, я прошу тебя о полном восстановлении, о полном вос... о полном исцелении, полном исцелении, полном исцелении. Мы благодарим Тебя, любимый, за то, что Ты приоткрываешь нам функцию души. Мы благодарим Тебя за то, что Ты позволяешь нам коснуться Твоих глубин. Веди нас дальше, учи нас, исцеляй нас. Мы в Твоих руках. Коснись нас. Во имя Иисуса. Мы просим. Мы просим, мы просим. Построй нас как личностей. Построй нас как личностей. Построй нас. Спасибо, любимый. Спасибо за все. Аминь. Воздаем ему славу. Воздаем ему славу. Воздаем ему славу. Он достоин. Присядьте, семья.